Подснежнички. Правда, только пошли. Ну-ка, покажите подснежничек. Близко вот они видно. Какие красивые подснежнички. Совсем еще. Только-только они начали вылазить. Еще раненько. Ну, вы много не рвите. Несколько сорвите. Потому что надо беречь подснежники. Вот они только-только проклевываются. Они красивые какие. Подснежнички. Итак, сегодня 4 апреля. Ну, мы выбрались немножко посмотреть подснежники. Я взял с собой нахлыстовую снасть. Вот сейчас я ее раз, как говорится, катушечку одел, шнур, все, нахлыст. Потом мушку покажу. Ну и пока рыбы, конечно, еще в песковатке нету. Просто немножко поработать шнуром. Раз, раз, раз. Остановка, полет. Остановка, полет. Ну и можно добавлять шнура все больше и больше. Вот. Уже, в принципе, дистанция для заброса отличная. Главное останавливать вовремя. Раз, все, поймал веточку. Видите как, очень удачно. Покажи, как я веточку поймал. Вот, видите как. Вот иногда так ловятся веточки. Очень удачно. Видите как. Ну все, всем спасибо. Пока-пока. Ну вот она, мушечка. Вот такая вот. Это на жереха, на чехонь. Брат на нее ловит очень удачно. Ну, конечно, материалы тут не такие уж и секретные. Ладно. А вот еще очень красивые весной. Это сережки ольховые. Даже песня есть. Сережки ольховые, мягкие, будто пуховые. А сдунешь их, все окажется в мире не так. Точно помню, слова такие есть из песни. Красиво. Ну, еще листочков совсем нет. Только цветет пока вот ольха. Есть еще вот такой метод рыбалки. Это называется звать сама. Вот бьешь, ему надоедает саму. Он выскакивает и говорит, ты что делаешь, мальчик? И тут надо хватать его в этот момент и тащить быстрее в машину. Это новый метод.